нас сегодня, как вы видите, мирное собрание горожан в поддержку парка Слоники. Это не такой, да, там, провластный митинг, что мы действительно неравнодушные горожане, которые хотим обратиться к депутатам Горки Неша и сказать им, что, пожалуйста, уважаемые депутаты, мы не хотим допустить, чтобы детские площадки, спортивные площадки, земли общего пользования так и продолжали отдаваться в аренду на 49 лет в нарушение всех законов, в нарушение земельного кодекса и при этом без согласия общественности. Мы хотим, чтобы детскую площадку Слоники сохранили, чтобы земля, половина парка, который сейчас опять-таки отдали под застройку, и чтобы ее вернули в муниципальную собственность, чтобы этот парк был сохранен для детей. А вы ожидаете от депутатов какого-то решения в пользу вас? Мы ожидаем то, что они возьмут это в повестку своих заседаний. Мы также собираем подписи, у нас петиция на имя председателя Горки Неша и на имя лидера фракции Кенимбаева Алмаза Мукановича. Мы собираем подписи офлайн и онлайн, и когда мы наберем достаточное количество, передадим эту петицию. Сейчас онлайн уже у нас больше 200 подписей. Вы можете найти нас на Фейсбуке, Общественный фонд Городской инициативы, и подписать петицию. Они еще не вышли, блядь. Журналисты выходят. Слушай, они сейчас и не выйдут. А сколько человек? 29, да?